В Кокшетау состоялся областной слет молодых полицейских. Он собрал почти 100 сотрудников со всей области, стаж работы которых составляет не больше года, а также их наставников. В первую очередь они почтили память тех, кто погиб при исполнении служебного долга. Это 34 сотрудника полиции по региону за 25 лет. К мемориальной доске возложили цветы. Кроме того, в департаменте внутренних дел состоялось награждение и вручение званий. На службу в правоохранительные органы области ежегодно поступают около 250 молодых людей. В мои обязанности входит расследование уголовных дел небольшой и средней тяжести. Работа сложная, но очень интересная, мне нравится. Это был мой выбор. В будущем приложу все свои усилия для того, чтобы быть достойным сотрудником полиции. Мои наставники меня всегда поддерживают, учат. Много чему я научилась.